Меня зовут Владик, и мы начинаем цикл передач про ловлю салмона, лосося на Великих Озерах. Первую тему, которую я хотел бы сегодня начать, это поговорить про deep sea divers. Про вот эти штучки. Deep sea diver, очень многие здесь их называют еще downrigger для бедных. В принципе, зачем нам deep sea diver, downrigger и другие вещи, которые позволяют нам загнать приманку на глубину. Лосось, салмон, который мы ловим летом, находится на глубине. На глубине примерно 60, 80, 100, 120, 160 фит. А рыба подходит, начинает, так сказать, группироваться возле берега, и она начинает находить термоклим. Я думаю, многие из вас понимают, что такое термоклим. Это резкое изменение температуры на глубине. Если температура на поверхности может быть 80 градусов Фаренгейт, 90, то мы ищем температуру около 50 Фаренгейт и пытаемся загнать наши приманки туда. Первая вещь, которую я хотел бы поговорить, это действительно deep sea diver. Как вы видите, вещь не маленькая. Здесь есть сзади груз. Этот грузик позволяет приманке заглубиться и уйти в сторону от лодки. Как видите, вот этот груз, он повернут на, ну, скорее всего, налево, да? И значит, этот deep sea diver уйдет в правую сторону от лодки, если мы его так заглубим, как крыло. Что происходит? Повернули груз, запустили приманку, он ушел сюда и на глубину. В каждом из них, когда мы покупаем его, есть чарт, таблица, которая показывает, что если мы, допустим, поставили наши здесь 3,5 и опустили на 80 фит плетенку или же проволоку, эта приманка уйдет на 30 фит глубины. И мы знаем, что она примерно на 30-35 фит глубины, еще зависит от нашей скорости. Я сейчас к этому вернусь. Как это вообще срабатывает? При поклевке рыбы, как вы видите, вот здесь есть такой болтик, можно усилить, уменьшить его натяжение. Происходит вот такое движение, и нам легко вытащить наш deep sea diver. Еще хотел как бы уточнить важный момент. Цвета. У нас последние годы срабатывает очень неплохо черный. Я думаю, вот эти точки на нем здесь это ультрафиолет. Светлые и блестящие. Здесь важный момент, что салмон думает, что это другой салмон атакует эту приманку и подходит. Этот блеск видно очень далеко. Вода на Великих Озерах, включая озеро Онтарио, включая Супериор, включая Лейк Хурон, очень чистая. Почему здесь лежат удилища у меня? Мы в основном опускаем deep sea diver с помощью плетеной нитки. Плетенки, очень многие понимают, о чем я говорю. Она намного лучше режет воду и запускается ниже. Также здесь лежит новый сетап, который мы сделали. Здесь стоит семижильная железная плетенка, которая то же самое довольно хорошо опускает. Но все три варианта возможны. Плетенка, железная проволока или железка. Она будет работать при всех. Окей? Если есть какие-то вопросы по deep sea diver или будущим приманкам, в будущих сериях, которые мы будем показывать, пожалуйста, обращайтесь. Всем большой привет из Канады. Hey, vacationing.